Лидеры оппозиционных партий Венгрии подали в отставку. Лидеры оппозиционных венгерских партий подали в отставку после парламентских выборов. Политики объяснили свое решение поражением на выборах. Лидеры венгерских партий, занявших второе, третье и пятое места на прошедших парламентских выборах, подали в отставку, сообщает Reuters. Так, о решении уйти после выборов заявил лидер оппозиционной партии Йоббик Габор Вона. Целью Йоббика было победить на выборах и внести изменения в правительстве. Эта цель не была достигнута, отметил политик. Также об уходе в отставку заявило все руководство венгерской социалистической партии и сопредседатель партии политика может быть другой, ЛМП, Хатхази Акош. Напоминаем, в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии состоялись выборы в парламент. Посол Венгрии превышает свои полномочия, МИД. По предварительным данным, две трети мест в парламенте, 134 из 199, получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана. Йоббик на втором месте, 27, социалисты, на третьем, 19. Демократическая коалиция и либералы ЛМП заняли четвертое и пятое место соответственно. Явка на выборах составила около 70%. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.